И вернемся в нашу страну. В споре между бывшими сотрудниками Бирали Мангистау Компани и дочерней компанией Казмунайгаз поставлена точка. Как сообщили в пресс-службе Озенмунайгаза, мужчины приняли предложение о работе на предприятии Мульдер Мунай Сервис. При этом их прежние условия труда, как и обещали, будут сохранены. А сама процедура трудоустройства будет идти по правилам нацкомпании Казмунайгаз. Напомню, в апреле сотрудники Бирали устроили митинг у здания Министерства энергетики в столице. Они остались без работы из-за того, что их предприятие проиграло тендер на оказание нефтесервисных услуг.